Добрый день, дорогие друзья. Техцентр «Автопилот» снова приветствует вас. У нас сегодня в ремзоне Toyota Land Cruiser 200 2014 года выпуска с бензиновым двигателем 4,6 литра автоматической коробкой. Пробег на автомобиле 79 тысяч километров. Мы выполняем ТО 80. Меняем масло, масляный фильтр, тормозную жидкость, фильтр топливный, ну и также масла трансмиссионные в переднем и задних мостах. Сейчас выполняется слив масла в переднем мосту. Все старые расходные материалы, да в принципе здесь расходных-то и нет. Здесь в основном все такие технические жидкости. То есть, в принципе, мы положить клиенту особо ничего и не можем, кроме фильтра топливного. По времени наша работа займет 5,5 часов, и сумма ремонт составит 8190 рублей. Если у вас возникают какие-нибудь вопросы по ремонту и обслуживанию автомобилей, звоните, мы всегда на связи, готовы вам помочь. Гарантия на наши работы 24 месяца. Спасибо за внимание, удачи на дороге.